Всем-всем ассаламу алейкум, мои дорогие, уважаемые друзья и гости моего канала. Всех приветствую на своем кулинарном канале Нуни Очаги. Дорогие друзья, готовлю макарон палав, то есть макарон плов. Плов с макароном. Уверена, понравится всем. Приготовление ингредиентов напишу, как всегда, в описании. Кому интересно будет, можете зайти, почитать и приготовить. Спасибо за просмотр. Всем желаю приятного просмотра, мои дорогие, уважаемые друзья и зрители моего канала. Дорогие друзья, макарон палав готово. Всех приглашаю на вкусный обед. Здесь я приготовила лучок с уксусом 9% и соленый огурчик, зелень. Всех приглашаю на вкусный обед. Дорогие друзья, макарон палав приготовьте, обязательно вам понравится. И всем желаю приятного аппетита. Спасибо еще раз за просмотр, за дружбу, за доброту, за то, что приходите, смотрите мои видео. Мне очень-очень приятно. От всей души всем желаю здоровья, счастья, мира и добра. Дорогие друзья, кому понравилось видео, поставьте бесплатные лайки и ваши отзывы. Если хотите приготовить, рецепт написан в описании приготовления. Всем мира и добра! До следующего видео, мои дорогие зрители. Пока-пока.